название этих птиц, Arasaria, в переводе с латинского означает «перо язык», что характеризует особенности строения языка этих туканов, приспособленных питаться плодами. Курчавый Arasaria распространен в Бразилии, Гвиане, Боливии, Перу и Эквадоре. Обитает в густых равнинных лесах от устья Амазонки до подножия перуанских Анд, объединяясь в небольшие группы. Весят эти небольшие туканы от 190 до 280 грамм при длине тела 40-45 сантиметров. Их головы украшают забавные шапочки из аккуратных, будто пластиковых завитушек. Питаются эти туканы преимущественно фруктами. Днем курчавые Arasaria совершают набеги на фруктовые деревья, и их пронзительное «як» раздается на сотни метров вокруг. Спят курчавые Arasaria, укрывшись своими длинными хвостами. Свои собственные гнезда курчавые Arasaria устраивают в разломах деревьев или в дуплах, чаще всего используя покинутые дятлами убежища.